Три минуты, а ну. И чё? Так, давайте сразу. А, 4К нормально. 4К. The zone was never a friendly place. Scenic and breathtaking, yes. But don't be fooled. Gunfire in the zone hasn't subsided for many years. Чему не державную, я не понял. Which is why you won't find a person here without a weapon. And if you need... Не, ну графика очень сильно поменялась с первых трейлеров. Просто когда самые первые показывали видосы, да, типа с геймплеем, ну там совсем другое было, прям вообще. Тут прям си... Она не... Я не говорю, что плохо, нормально, но уже другое. You might come across stashes left by stalkers who decided to hide their guns and best gear for the future. Before heading out on your next adventure, check your gear. Repair it if needed. Otherwise, you may face, well, consequences. And don't forget, without ammo, your piece is useless. Be sure to know where you're heading. Английская озвучка минус Виби. Но мы будем играть на украинской озвучке. Она ж будет. Чего нам остается еще делать-то, блядь? Ну, точно не на английской, потому что, ну, английская тут по факту. Реально дерьмо. I'm sorry. So you can grab the ammo type you want, especially if you need something unique. There's a tool for every scenario. Depending on what kind of stalker you are and how you prefer... Бля, не, ну графика чё-то прям совсем изменилась сильно. To navigate the zone, you can upgrade your best... Зам, то мне похуй на графику. ...friend with various attachments found along... Сама игра была интересная, геймплей пизда. ...away, installing them on the go to adapt to the exact fight at hand. Бля, я вот не знаю, насколько, ну, судя по всему, исходя из того, что я вижу, как будто бы NPC совсем ебланы, блядь, какие-то тупорылые. А что, они не могут добавить ИИ? Ну, имеется в виду, какой-нибудь чат GPT встроить в мозг, блядь, этих NPC, чтобы они реально как живые люди думали, бегали. А то просто очередные какие-то непонятные текстуры стоят и стреляют в тебя, даже не пытаясь спрятаться или еще что-то. МБ — это легкая сложность? Ну, не знаю. Куда он стреляет? Ты умный дохуя, они 10 лет не могут нихуя отстроить. And hey, да. If you want to stick with your firearm for a bit longer and customize it further, technicians will be happy to assist. Тут кастомизировать можно, типа прийти в какой-то женщины, сделать апгрейд оружия. But not for free. These guys can repair and upgrade your... Подожди. Тут же в прошлый раз вроде темнокожий мужик был. А, или это другое место какое-то. Gear to suit your gunfight style, making it more specialized for specific circumstances. Or vice versa, turning it into a versatile tool for any situation. Уволили. Ну все, блядь. Remember, the zone is a unique place. But the laws of physics and ballistics still apply. Each gun feels and fires differently, and its effectiveness depends on... Бля, если бы сделали игру в мире сталкера, ну там Чернобыль, Припять и так далее, то есть такой же локации, как здесь, но чтобы это было онлайн, то есть как в DayZ, например, да? Чтобы можно было ходить там с друзьями, бегать, лутать, короче говоря. Что-то там строить, может быть, как в Расте. Тарков есть? Нет, Тарков — это не выживание, там не survival. Тарков — это типа ты спавнишься, как Battleground. Что-то бегаешь, блядь, лутаешь хуйню какую-то, и все, и на этом игра заканчивается. Я имею в виду DayZ. Знаешь, что это такое вообще, что это за игра? Ты спавнишься и просто выживаешь. Ты бегаешь, можешь бесконечно бегать. Искать всякую хуйню, там, не знаю, консервные банки, жрать, срать, выживать, короче говоря. Так же и здесь, чтобы ты просто выживал. Ну вот пизда-то было бы. А то с NPC бегать, ну, неинтересно как будто бы. Не, ну это интересно, как сюжет, там, пройти игру. Вот, но, блядь. Все же не то немного. The distance and the type of armor you're up against. Поэтому я надеюсь, они добавят когда-нибудь мультиплеер. Это прям вообще пиздец, база будет.
Чтобы можно было по рации тут общаться со сталкерами, там, я не знаю, да, бегать там, то есть голосовые вот эти вот всякие там, чат голосовой внутри игры, вот, чтобы можно было там, не знаю, общаться, там, бегать туда-сюда. Так, надеюсь, самый популярный мод это Сталкер. Там все те же локации, даже без склеек. А, да? Preparation is key to survival. But don't forget, this place is full of surprises. Ёбать, что это? Ой-ой-ой. Блять, страшилка. The more you know the zone and expect the unexpected, the better your chances of living another day, exploring her mysteries and secrets, and reaching the goal you've set for yourself. Ну, графика 2030. Ну, что сказать-то можно? Ну, как будто бы, блядь, нормально, в принципе, я думаю, играть играбельно. Есть Day R, чекни, господи, что, блядь. Осталось всего лишь 11 дней. Я буду играть. А вот. Эта хуйня не такая страшная, как шахеды, которые у меня прямо сейчас за окном ебашат. О, господи, блядь, соболезную.